Рассмотрим тинт для губ от The Sam – Samuel Water Candy Tint. Тинт с легким влажным финишем в виде аппетитной конфетки. Он не только привлекает своим дизайном, но и долго держится на губах. У каждого тинта есть защитный стикер, защищающий ее от вскрытия. Давайте уберем его и посмотрим на все оттенки. Тинт необходимо наносить на сухую, чистую кожу, при желании создавать градацию. Всего в линейке 5 оттенков. Первый оттенок 01 – черри. Второй оттенок 02 – apple. Третий оттенок – red mango. Оттенок 04 – soft persimmon. И последний 05 – Watermelon. Данный тинт не только привлекает своим дизайном, но и долго держится на губах. Благодаря гиалуроновой кислоте, экстракту меда обладает интенсивным увлажняющим свойствами. Гиалуроновая кислота в составе тинта увлажняет кожу и успокаивает ее, а также способствует разглаживанию, устраняет шелушение. А экстракт меда питает, смягчает и увлажняет. Делают кожу губ эластичной, упругой и бархатистой. Тинт наносится в одно касание и долго сохраняет на губах яркий и сочный цвет. Объем продукта 10 грамм. Акваматрица создает молекулярную сетку на поверхности кожи, благодаря чему предотвращает испарение влаги. Также пигменты тинта равномерно распределяются по коже губ, создавая идеальное покрытие.